10 человек, в том числе 5 детей, пострадали накануне в 7 ДТП, произошедших в областном центре. Среди маленьких тюменцев 3 велосипедиста, 1 пешеход и 1 пассажир. На улице Барнаульской водитель «Лады» сбил 11-летнюю девочку. По предварительным данным, она переходила дорогу не по пешеходному переходу. У ребенка множественные ушибы. На улице Лесопарковой «Опель» сбил 10-летнюю девочку. Авария произошла уже на переходе, где дети катили велосипед. У школьницы травма стопы. 15-летняя школьница сбита автомобилем «Тойота» на пересечении Тобольского тракта и улицы Малышева на пешеходном переходе. Машина проехала девочке по стопам. Водитель пообещал ребенку купить новые кроссовки. Девочка ушла домой, а вечером обратилась в больницу. С началом теплого сезона ГИБДД призывает водителей быть особо внимательными. На дорогах увеличилось количество детей на велосипедах, скейтбордах и гироскутерах.